Видео, какой блендер выбрать с AliExpress на 2021-2020 год. Сейчас они продаются, эти блендеры все. Вот. Получается, слева направо Bialomix G5200A8700. Это не Bialomix. Вот такое название. Это ты T5300. Блендер, еще здесь не хватает блендеров двух, которых я тестировал. Just Byte, как там называется, вот, и Bialomix T5200. Это 5300, а то T5200. Вот, их уже нету, но они автоматически из этого, ну, выпадают, как бы. Вот. Вот такие вот все блендеры, все я их как бы в использовании пробовал, тестировал, как бы, что получается. Just Buy вообще сразу откидываю, его покупать я вообще никому не советую. Вот там, во-первых, качество, там пластика, все изготовление у него, там на глаз как бы, даже просто при первом взгляде видно, что оно качество как бы хромает. Плюс завышенная мощность. Вот, теплоотвод сделан неправильно, в результате все греется, он моментально дымит, там каждый второй блендер пахнет, запах идет горелого. Ну, в общем, я вообще его не рекомендую сразу и не смотреть даже на него, хоть он чуть-чуть дешевле будет, чем самый дешевый G5200. Вот, но я его никому не советую. Дальше, T5200 блендер, его тоже тут нету. Вот, он чуть дороже стоит, как бы. Вот, так вот, внешнее качество, вроде внешнее пластика, он хороший, даже мне понравился, как бы, там есть таймер. Вот. Там есть таймер. Чаша чуть-чуть отличается, вот такая чаша. Чуть-чуть отличие. Видите, ручка и пластмассовая. Ну, это минимальный. Ну, как бы внешне он все классно, все. Но там тоже чуть-чуть увеличенная мощность. Чуть больше на 100 ватт, по-моему, чем на вот это. На максимальных, когда я его тестировал, он не держал тоже мощность. Появлялся запах горелого. Когда запах горелого появляется, я сразу как бы... Ну, сразу от него то, что это уже первый признак, что он может, да, он может будет работать, какое-то время поработает, у людей тоже работает, как бы. Ну, как бы я его не советую тоже, потому что там уже мощность добавили, обороты, видать, не увеличивают там меди, роторы, вот это все, механическую часть, и поэтому я считаю, так происходит. Вот. Поэтому T5200 тоже, как бы, я не советую покупать. Вот. Такие вот дела. Не советую его покупать. Дальше, который здесь представлен. Вот Bialomix A800. Я его последним как бы тестировал. Все. Стоит он почти 8300. Ну там с купоном можно за чем-то купить. 8000, но я его вообще не рекомендую. Этот блендер. Во-первых, ножи у него такие. Вот здесь видите, как сделано. Гайка, чаша реализована. На всех остальных блендерах, буквально на всех. Вот если посмотреть, видите, здесь шайба большая. Шайба, она служит как теплоотвод, чтобы пластик не поплавился, если что-то подольше там мелить, горячее и так далее. Здесь вообще этого теплоотвода нету. Я его на страшные длительные даже не стал тестировать. Но этого по-любому минус, это ерунда какая-то будет. Бывало даже, когда люди там пасты делали долго, там мололи, даже этот плавился, но это надо уже сильно. А это так вообще. Вот, и мощность у него, у этого блендера, 750 ватт. Это меньше, чем здесь. Вот, ну, заявлено у них там 1,5, максимально 2200, а на деле 750. Ну, она у них всех завышена, но это вообще как бы, этот 3, к примеру, стоит, 3300, 3500 можно на распродаже купить. А этот 7,5, вот такая вот, за 7500, вот, по моему мнению, это ерунда какая-то. Вот. Единственное тут, что понравилось, это вот эта резиновая крышечка так приятная на ощупь, резина.
Вот. Также здесь по-другому реализовано. Вот здесь, если на, вот так она даже видно, вот она чуть-чуть ходит. Якобы инженеры говорят, что на больших оборотах, чтобы вот эти маленькие микроскопические смещения вот, это компенсировались вот этим ходом, и не раз как бы не разбивало подшипники. Вот здесь как бы здесь все туго затянуто, они по-другому сделали. Вот. Еще неизвестно, как это инженерное решение будет ходить как бы, ну, по истечению времени, если там 2-3 года. Может и будет ходить, но еще неизвестно, это только время покажет. Но здесь оно плотно, здесь нет вот этого хода, сделали они по-другому. Вот. Так что это уже тоже неизвестно, как покажет себя. В общем, этот я вообще как бы блендер не рекомендую. За 8000 какая-то вообще ерунда. Вот этот блендер. Этот вообще как бы, этот вообще самый бомбовский, он ему 3 года, я им 3 года молол, все, он самый большой, вот, у него реальная мощность 1,5 киловатта, шайба, из всех он самый качественный был, у него вообще всю нагрузку держит максимальную, даже вот если здесь вот включаешь, вот, поначалу бывает какие-нибудь там др такое тоже металлический звук там, вот раз вот включаешь, ну, из-за того, что тут может и здесь в чаше чуть-чуть размера не подогнаны, но там вот из-за этого, но это когда на пустых, на полных нету, а здесь и этого нету. Вот толстый пластик, все. Ну я его покупал 3 года назад, он мне вышел там вот, по-моему, 6400. За 6400 тогда это вообще бомба была, это супер вообще блендер, он вообще качественный. Вот у меня сколько прошло, вообще с ним ничего. И он 3 литра чаша, то есть если кому-то даже в кафе там или дома большая семья. Вот. Сейчас, конечно, они цену задрали, эти там 16-17 тысяч, это вообще нереально. За такие платить 17 тысяч как бы. Поэтому я его тоже не рекомендую покупать. Качественный, хороший, но огромные цены. Вот. Получается, остались вот 2 блендера. Вот эти, которые блендеры G5200, T5300, это самые лучшие на данный момент купить по цене качеству на AliExpress. Это Беломиксы. G5300. Вот. G5300. Он самый дешевый. Мощность 850 ватт. Как танк такой держит, вообще у людей много, уже там даже в интернете много видео по 2 года, ой, по 2 года ходят там, когда и люди там каждый день мелят, питаются все с него как бы. Вот самый простой, ничего, ну все механическое как бы, и самый дешевый по акциям, там можно сейчас купить 3 с копейками, вот там 3200, 3300 по разному, купоны там когда. В черную пятницу в ноябре 20-го я его вообще за 2800 с купоном купил. Такой только красный. Вот, за 2800. Ну, это вообще шикарный. Как бы. И он как автомат Калашникова. Простой, и крутит, тянет. Вот, это вот самый дешевый, самый-самый надежный. И по цене самый лучший, который покупать. Покупать я советую. Вот он. Второй блендер такой же примерно хороший, нагрузку держит. Вот, он чуть побольше, у него на 100 ватт мощность больше. Вот, 950 ватт. Отличие у него получается вот в чаше. Пластмассовая будет крышечка. Вот здесь на G5300 резиновая. Вот. Резина, пластмасса. Плюс будет ручка обрезиненная. Здесь просто стекло, здесь обрезиненное. И еще будет разница 2. Вот тут просто 6 ножей, 4 и внизу. А здесь получается еще будет вот такие 2. Еще 2 ножика. Ну, вот такое еще 2 пики вверх.
Вот шайбы. Вот шайбы все одинаково, не взаимозаменяемы. Поставил эту. Эту. Ну, я же говорю, отличие получается. Ножик и ручка. Все. Это в чашах отличие. Так, в чашах отличие. Ручка и лезвие. Вот. Также здесь чуть по-другому. Кнопки реализованы. Вот у меня включен. Получается, если здесь ты просто вот раз вверх, он работает, вниз не работает. А здесь ты вот так работает, не работает. Ну, кнопки по-другому. Вот. Плюс здесь есть таймер. Если кому-то вот он так пищит. 60 секунд, 90, 120, 180. Вот. То есть, если кому-то... И тут особенность только вот 60 секунд, потом 90, 120, 180. Ну, посередине не получается, но щелчками. С одной стороны, это тоже удобно, как бы там утром опаздываешь, что-то делаешь, там раз 90 секунд поставил, он выключился сам, не надо смотреть. Вот. И какие еще нюансы здесь бывают, встречаются. На одних блендерах нормально, вот импульс, пульсовой режим, он должен, когда ты нажимаешь, он сразу с максимальных оборотов стартовать, то есть на максимум, чтобы что-то твердое, если это, он всколыхнул дальше. А здесь вот у меня вот с минимальных оборотов как бы стартует. Вот здесь вот такие вот нюансы встречаются. У кого-то с максимальных, у кого-то с минимальных. Ну, это как бы роли какой-то там очень большой не играет. Если даже кому-то что-то встряхнуть, даже просто либо вот так вот чуть добавил и стартуешь, включаешь. Либо вот так нажал, он с минимума, но он все равно чуть, если там где-то сначала не провернет, он потом мощность это, и он все равно провернет. Ну, это как бы такая, как бы, но если вы хотите именно, чтобы с мощной, ой, с максимальных, то можно, например, заказать, если вам придет, как у меня пришел, что с минимальных стартуй, бесплатный возврат, если на Алиэкспресс, можно вернуть и заказать еще один, чтобы было как бы с максимальных. Вот такие нюансы у этого блендера, но в остальном он хороший тоже. Он хороший, и можно выбирать либо этот, либо этот. Этот дороже, конечно, на распродаже, там будет около 1000 будет разница. Вот. Но он чуть побольше. Он чуть побольше ножи. Но еще мы бывало спрашивали ножи, как бы про ножи. Вот эти ножи, как бы пики вверх. Могут они как, какую они роль играют, как бы. Ну, я как бы говорю, они какой-то колоссальной прямо роли там, что они не будут играть. То есть вот я морковку что-то делаю, консистенция получается одна и та же. Хоть получается, хоть на этом я молю 1500 ватт, консистенция морковки, сока морковной, морковка самый такой из самых твердых практически, консистенция получается как бы одна. Вот. Единственное, здесь когда бывает, например, если морковку там не резать, она пополам порубить и вот так вот сверху закидать, и оно может быть, на этом бывает, если прям пополам морковку порубаешь не мелко, оно бывает просто одна чуть-чуть не захватывает ножи, то что оно сверху, не потому что он не тянет, а просто он сюда в эти пространства в это не попадает, и оно как бы его подбрасывает из-за воды. Вот. Здесь может вот это, может быть оно такое, когда будут такие вот нюансы, оно как бы может этим верхним ножом чуть раздробить, но это как бы такое вот у меня, я на этом сколько пользуюсь уже, вот, и один раз у меня было, когда сверху морковка, ну как, надо еще мельче было чуть порезать, и все. То есть именно эти ножи, колоссальной разницы никакой не будет. Вот мне бывает спрашивают. Также по электронике, вот бывает, людей пугает тоже, что электроника может, тут еще программы какие-то, поломаться как бы. Ну, вроде тут оно все простое, тут таймер как бы. Вот тут какая-то программа есть, да. Ну, как бы я когда изучал информацию про эту, про это, вроде никого не было проблем с этими таймерами, из строя не выходили.
Ну, даже если оно выйдет из строя, вот тут все остается. Тут тоже механическая регулировка, я думаю, никого ничего не будет. Ну, как бы, изучая ту информацию, которая есть везде, отзывы людей там в интернете, ходит электроника нормально. Вот, так что бояться этого не стоит. Вот такие вот дела с этими блендерами. В общем, кто хочет покупать вот этот и вот этот блендер, G5200 и T5300, это самые лучшие, по моему мнению, блендеры на этот период времени по цене, как бы, при распродажах, купонами, вообще они там цены хорошо добавляют, можно как бы купить очень хорошо. Вот. В этом встречаются нюансы с пульсовым режимом, как бы. Ну, это мелочи, как бы. И тут он чуть мощнее, он чуть, корпус у него чуть побольше, как бы. И плюс вот там тоже мелочи, там резинка, крышка. Вот. Вот такие вот блендеры, вроде все рассказал. Люди бывают спрашивают, как бы, что купить там. У меня ссылки оставлю, у меня на канале есть обзоры каждого этого блендера и тех, которых тут нету. Just Buy T5300. Вот. Кому интересно, там можете посмотреть, кому какой хочется блендер, каждый еще поподробнее про него. Это видео про то, из этих всех обобщенное, что лучше купить и какие отличия. Вот. Вот такие вот дела.